На базі шпіталя для ветеранів Юрсова, що в Аршанському районі, планується створити обласний геріатричний центр. Для цього потребується масувати матеріально-технічну базу шпіталя, поширити штат спеціалістів. О перспективі створення обласного геріатричного центру – наступний відеосюжет. Под надзиранием установ охраны здоровья в области находится 257 тысяч человек сталого и старшего возраста, что складает 21% от всего населения. Колькость одиноких громадян – 20,5 тысяч, и треть из них имеет потребу в побочном догляде. Створение гериатричного центра на базе шпиталя у Юрсове не выпадково. Установа, ведя свою историю с 1953 года, имеет богатый опыт по реабилитации сталых людей и володы от поведной базой. Мощность госпиталя составляет 240 коек, 170 терапевтических и 70 неврологических. Хорошая материально-техническая база, высококвалифицированные кадры, комфортные условия пребывания и уникальный опыт работы с пожилыми людьми и нашими дорогими ветеранами. Основная задача гериатричной службы – это оказание допомоги сталым людям, повышение их социальной и працовной активности, житевой незалежности. Одним из основных современных направлений развития этой системы является создание гериатрического центра на штатной основе с привлечением к его работе врачей-психологов, реабилитологов, неврологов, гериатров и с привлечением обязательно деятелей религиозных конфессий. Юрсовские медики познакомились уже с передовым опытом работы подобного центра, и они побывали в Гомельском шпитале. С представителями госпиталя Юрсова мы ездили в Гомельский госпиталь для обмена опытом по работе с пожилыми людьми. И посмотрели, какая там огромная, прекрасная реабилитационная база. И очень много положительного взяли для себя. Створение гериатричного центра закладено в программе социального обслуживания сталого населения в области. Питание финансования еще разглядается. Шпиталь Юрсова значно поширит свои полномочия и окажет важкую медицинскую и социальную допомогу людям сталого возраста. Светлана Макаева, Дмитрий Котов, новини, Аршанский район.